Запись включил, дальше продолжаем, да? Ребята, смотрите, мы, получается, узнали вообще select, там, insert там работать, и потом изменить, то есть update там тоже работали, да? Наша задача, получается, delete. Delete – это удаление определенной записи из базы данных, точнее, это с определенной таблицы, да? Delete, возможно, не только с одной таблицы, возможно, это из нескольких таблиц, возможно, delete производить, да? Смотрите, вот как раз я только что сказал, что, ну, delete это мы прекрасно знаем, что просто это delete такой-то таблицы с такой-то запрос, это просто, да? Вот несколько из нескольких объектов можно удалять записи. Вот только что я это озвучил. О чем идет речь? Можете кто-нибудь сказать? О чем идет речь? Каким образом можно произвести удаление с нескольких таблиц. Ребята, микрофон включите, пожалуйста, кто-нибудь поактивнее, можете подсказать мне, о чем идет речь? Микрофон у вас работает, включите, ребята. Вот смотрите. Вот у нас есть, мы хотим, допустим, этот удалить именно, вот, допустим, 67-й запись, да? Вот не 67-й, давайте удалим, вот здесь этот Асанова, много же, да, 3 Асанова стоит, да? Я хочу именно удалить 51-й запись, 51-й запись. Каким образом мы удаляем? Вот, конечно, мы можем удалить здесь этот, выделить, допустим, запись, да? Вот запись можем выделить. А потом сверху нажать, вот мы хотим Асанов, 51-ю запись хотим. Да? Сверху мы можем нажать кнопку удалить, а потом вот здесь этот вот удаление стоит. И в Postgres вы должны знать, что если в MS SQL просто удалить нажимаете, он теряется, да? Здесь получается, вот вы если нажали кнопку удалить, а вы должны еще его закоммитить, то есть вы должны действие подтвердить. Для этого, получается, вот эта кнопка есть, Save Data, да? Хорошо. Вот первый этот, то, что мы удалили, вот так. 51-ю запись таким образом можно удалить, да? Теперь смотрите. А еще какой этот метод есть, да? Конечно, можно этот запись удалить с помощью скрипта. Для этого мы пишем скрипт. Ну, здесь, так как это мы PG-админом работаем, он как конструктор и нам помогает вообще какие-то определенные действия он подсказывает. Да? Вот, допустим, здесь вот как раз мы с select работали, insert работали, update работали. Да? У нас этот вообще на стороне, допустим, backend, frontend, когда разработкой занимаетесь именно программной части, да, вам вот 4 оператора. А create это вообще администраторы базы данных. Как раз, то есть они создают сами этот, они вообще проект сами создают, да. Теперь create, script, это вы создаете как раз по дисциплине базы данных, да. Хорошо, ну, там, где базы данных проходите. У нас получается, вот мы сейчас должны изучить вообще delete, да. Вот delete нажимаем, нам уже примерно подсказка выходит. Вообще, как надо удалить определенную запись, да. Delete from public stud, то есть здесь говорит, что надо удалить записи из таблицы студент. Из таблицы студента. Теперь смотрите. А вот здесь where, если мы where убираем, тогда полностью, если вот этот скрипт запустим, тогда он полностью все записи удалит. Конечно, нам такого не надо. А нам надо удалить именно 50-ю этот запись, да, 50-ю запись. Для этого мы должны просто этот, после where написать так, да, id stud равно 50-й запись. Вот так пишем. Нажимаем. Вот здесь этот удалено один запись. Query, этот запрос успешно выполнено. Да? Теперь смотрим. Здесь 50-й запись есть. Обновляем. 50-й запись потерялся. Да? Потерялся. Вот таким образом мы можем сделать. Вот вопрос такой. Мы сейчас только что посмотрели, что можно с помощью этой команды указать одну таблицу, один объект, да, и потом ему, короче, это там, какую запись удалить можно поставить, и потом
удалить из этой таблицы одну запись, да? Мы здесь это посмотрели, сейчас одну запись, то есть с одного объекта можно удалить. Это объект у нас получается таблица студент. А вот представьте, мы хотим, вот где встречается вообще студент с 50 айдишником, идентификатором, да, мы хотим удалить его в нескольких таблицах, Вот представьте, 10 таблиц. Мы как в данном случае будем поступать? Вот, вот такой вопрос. Кто-нибудь послушал? Понял мой вопрос? Ребята, микрофон включите, ответьте. Указываем имена таблиц, да? Или... Ага. Еще, еще. Получается, вы хотите сказать, это здесь это таблицу 1 указываем, таблицу 2 указываем. Такое, да? Да, перечисляем название таблицы. Нет, по-моему. не так. Еще у кого есть вариант есть? Смотрите, я тогда объясню. Смотрите, то... Это просто это связано с тем, что Бектурган Назарбекович сказал, да? То есть, если у вас идет там разные этот, действия, получается, это все делается на уровне процедуры либо функции. То есть, вы когда функцию это создаете, вы можете на функции, где тело, он говорил, помните, тело, вот туда можете это, такую, допустим, это, сперва этот, а потом, допустим, этот уже еще ну, другую написать, такое, да, и все это, допустим, вот это все собрать, вот у вас же, допустим, много таких действий будет, да, много таких действий, и все это вы можете этот, определенную этот, функцию создаете, допустим, этот fn, ну, delete, допустим, этот multi-table, то есть вот эту функцию, когда вытаскиваем, вызываем, да, вызываем. Мы, конечно, это туда параметр даем, чтобы 50-й. И когда мы вызываем этот, то есть вот эту функцию вызываем, передаем туда параметр 50, тогда он, короче, сам уже функция выполнит вот эти все процедуры. Да? Для этого и как раз нужна и функция, и процедура. Да? Хорошо, дальше продолжаем. Продолжаем, да? Вот, наша задача сейчас сделать форму на стороне нашего клиента, да, и там производит определенные удаления, записи, удалить записи, да. Теперь смотрите, у нас есть кнопка «Изменить данные». Вот «Изменить данные». Мы «Изменить данные», когда пишем, вот здесь как раз 50-й, ой, ну, этот обновим. Здесь какой есть? Вот, допустим, есть Чингизов Тимирлан. Наверное, много, да? А вообще, Чингизов Тимирлан, мы же можем вот здесь поискать. Чингизов написали, поиск нажимаем. А, один, да, только? Хорошо. А где есть это много записи? Вот, допустим, вот здесь посмотрим. И вот как раз студент, допустим, Алибеков Айджан, это вообще лишнее, да? Мы хотим этого студента удалить, 61-й запись. Как мы можем удалить? Мы это два способа посмотрим. Либо мы можем PG-админ открыть, и там найти этого, потом нажать эту кнопку, либо мы можем этот правую кнопку нажать, здесь этот написать script delete from таблица студента, такой-то запись, да, мы можем это сделать. Но, конечно, это на стороне сервера, это обычным пользователям, которые работают на стороне, вот, допустим, дома, это вообще не должно быть так, чтобы они заходили в базу данных сюда, да, их не надо вообще пускать. А им надо только такое. Вот примерно, допустим, я бы хотел бы вам предложить такое, да. Вот у нас есть кнопка «Изменить данные», а здесь рядом же создать кнопку «Удалить данные». Удалить запись, да? Удалить запись. А, то есть мы можем эту кнопку создать, и при нажатии кнопку, то, что делается, там мы вручную его здесь делали, чтобы автоматом мы его можем этот сюда присвоить, да? Хорошо, давайте продолжим. Тогда, получается, мы должны рядом кнопки «Изменить данные» поставить кнопку «Удалить запись», да? Для этого мы должны открыть именно этот HBS, который в студенте открывается, да? Для этого мы заходим в этот index.js, мы ищем это student.js, студента путь нашли, путь это get, а потом мы заметили, что он, когда в студент обращается, вот этот красный то, что кубики, это показывается именно в RakeHBS, да, фронт-энд часть именно показывается в RakeHBS. Мы RakeHBS открываем, здесь как раз у нас одна кнопка стоит,
мы точно такую же кнопку создаем. Вот, кнопку создаем. Вот, все, кнопку создали. Теперь здесь пишем такое, да? Вот, у нас получается первый это select student, ID student, изменить данные есть. А потом второй это select student, мы эту кнопку хотим сделать такое, да? То есть удалить запись. Мы такую кнопку хотим сделать. Удалить запись. Вот, удалить запись сделали. Конечно, что у нас получится? Вот здесь, если обновление сделаем, здесь у нас появился удалить запись. Оба получается, переходит на ту же select student ID, переходит, да? Вот так, да? Но, конечно, этот мы можем, вот этот путь открыть у нас, да? Select student. Вот. Select student, да? То есть мы это можем открыть, и потом там же этот... там сделать, то есть вот это скопировать, еще такое этот, еще второго сделать, а потом втором там что-то вот здесь этот delete написать, да? Мы такое можем, да? Но давайте в этот раз мы поступим иначе. То есть мы, чтобы этот, как вот таких, как грибки, чтобы этот у нас не умножалось, да? Но мы можем здесь, получается, они же полностью похожи же получаются, да? Здесь, если select student такое, а мы, получается, мы хотим сделать такое. Вот, допустим, delete student. Delete student, да? Мы хотим такое сделать, да? Но получается, все похоже, кроме вот этой части. Но зачем такое сделать, если мы можем, если все похоже, кроме одного, этот, вот эта часть только... Разница есть, да? Значит, мы можем использовать один и тот же запрос, один и тот же путь. Но в этом пути мы можем просто параметрами этот указать, да? Вот смотрите, если у нас ID require student, если у нас есть, смотрите, мы где-то, вот здесь, да? У нас вот здесь, вот ID-шники все есть, и мы можем просто вот, когда изменить данные нажимали, нам передавалась ID student, да? Хорошо, ID student тоже сюда нужна. Получается, вот эта часть полностью похожа, да? Значит, эта часть оставляем. Теперь дальше. Что мы должны делать? Значит, сюда, вот это два пути, короче, они в одно и то же место уходят, но мы можем здесь еще перечислить второе. Второй периметр, да? Параметр. Второй параметр. Давайте попробуем это два параметра это передать. Вообще синтаксис как пишется. Да? Для этого мы в Google этот обращаемся. Допустим, get request with multi Парамс. Хорошо. Вот так. Я пример ищу, как это должно произойти, да? Как должно произойти? Здесь, вот здесь, вот показывает. А, вот здесь примерно показывает, да? Way to center data sys. Хорошо. Ну, примерно показывает, что можно вот так перечислять, да? То есть, получается, у нас вот эта часть уже была, а второй параметр, разделитель второго параметра, получается, вот это амперсанта надо даже поставить, да? То есть, здесь мы просто поставим вот амперсанта, и потом здесь, получается, мы должны указать действие. Какое действие должно быть? Изменить должно быть или удалить, да? Хорошо, мы тогда пишем action, и потом action, допустим, action мы пишем, давайте, если 0 переходит, 0, тогда у нас должно быть изменить пойти, да? Если мы в action мы еще поставим action, вот action равно 1, когда 1, получается, должно удалить запись, да? Хорошо, мы это сделали, мы это сохранили, попробуем, посмотрим, как он работает, да?
Для этого сейчас я вот здесь хочу посмотреть. Вот, я обновляю. Здесь ссылку смотрим. Изменить данные. Снизу получается action 0. А, ну, вроде бы это похоже. Удалить запись. Вроде похоже. Хорошо, изменить данные нажимаю. Открывается, вот здесь action это добавился, да? Хорошо. Теперь удалить запись нажимаем, он открывается. Все, хорошо. Все, отлично. Теперь мы на стороне сервера попробуем ловить. Теперь получается у нас этот ID вот это была. Мы такую же этот переменную создаем. Let, допустим, action. Action. Этот action будет у нас иметь значение, которое получаем из quest query, query точка action. Action. Наверное, эта часть понятна, да? Хорошо, мы если это взяли, попробуем этот action вытащить на консоли, чтобы посмотреть, правильно ли берется этот action. Console log action. Вот, action поставили в console log. Хорошо, мы это поставили. Все, у нас этот одна минута осталась. Если закончится, я вам ссылку отправлю обязательно.